За это в зеркало пришла смотреться или уже видео запиливать? Давай. Всем привет, вы на канале «Наша жизнь в Америке». New Life, It's My Life. Сегодня мы с вами хотим поделиться культурным событием. А, сначала дети хотели поздороваться. Привет. Расскажите, где мы сегодня? Театр. Покажи программку. Видеоклип. Потом мы ее снимем при свете. Мама, вам слово. Что? Чего мы тут приперлись куда мы на культурное событие? Вот такое вот представление называется «Гадкий утенок», и это будет, короче, световое шоу, вот как это сказать. Ну, мы ожидаем. Мы немножко снимем, поэтому я думаю, покажем все. А сейчас мы находимся в нашем городском театре. Он прямо возле нашего дома. До которого ходьбы, ну, буквально, наверное, 10 минут. Ну, это от нас 0,3 мили, это получается. Я даже не знаю, сколько. Это очень полкилометра. Да, это чуть-чуть очень... больше, может. Ну что, ждем представления? Да. Увидимся на представлении. Вот так вот выглядит зал. Ну, обычный зал театра, кинотеатра ничем, собственно, не отличается от белорусского. Сейчас пойдем посмотрим, что было в фойе. Ну, как говорят, театр начинается с вешалки, наш театр начинается с буфета. Два входа есть в этот зрительный зал. Перед началом представления дети могли вот здесь вот на столах порисовать карандашами, красками. Раздается звонок, и надо идти занимать свое место. Thank you. Котейка, передай привет всем. К сожалению, заснять мы ничего не смогли, потому что представление проходило в полной темноте. И дети сейчас попытаются воссоздать картину происходящего. Рассказывайте, что было? Мне понравилось там все. Но еще это было шоу, как бы все светы выключили. И потом там, можно сказать, выходили животные и играли роль. Про кого это была сказка? Ugly duckling. А по-русски? Самого некрасивого duckling. Нет. Гадкий утенок она называется по-русски. Давай мы будем папина и скажем ugly подобно. Ужасный. Он вообще. Ну и расскажите, как там были костюмы, как там что все происходило? Там был кот. Костюмы он хотел сажать. Там все костюмы светились. Только... их выключали и включали какими-то кнопками в руках. Ага, ага, рассказывай, Саша. Вот такие вот были костюмы. Они были в разных местах. Вот интересно, это еще все узко. Типа там есть кот. Ну еще мне понравилось все, что там было. Еще это, наверное, было один час. Давай посмотрим, какое время. Да, это было больше, чем один час. И что рассказали актеры в конце выступления? Что, откуда они, как они сделали эти костюмы, из чего они сделали и костюмы. И как они работают. И как они сделали, и как они работают. Типа, как это magic. Это надо увидеть, чтобы понять, понимаешь? Типа вот на Во, у Дакота, угу. У них Дакота. Шлем, да, байсаку. И потом они там... А забыл, какие вайеры. Байсикл, это... Саша, я уже сказала. Велосипед. Да, наделали всяких проводков. Да, я точно не знаю, как это называется.
Потом у некоторых, у них здесь кнопки, чтобы включать и выключать. Угу. У других на рук. На руках. На руках и на других вот, как вот сказать, на стороне. Угу, сбоку на руках. Да, сбоку. Вам понравилось? Да. Да, мне нравилось, где они начали делать ставку. В общем, это была сказка про гадкого утенка, но она была... Ужасного. Сейчас я добавлю. Она... Вообще. Гадкого. Она была без слов, она была на музыку. И такая... На музыке были словами. Да, с элементами юмора, типа кот с утенком дрались, как два ниндзя, да? Я скажу одну вещь. Давай. Я думаю, они не читали эту книжку. Не читали? Я думаю, они читали. Там нету кота. И есть. Ну, или они почитали и вот доработали более сами. Интересно. Они же делали представление, это было их выступление, и они сами придумали, как сделать. Да? В общем, у них были вот такие вот костюмы. На них были одеты много проводков, которые светились разными цветами, и это все было в темноте. И они сделали очень классное представление. Ну, тут я вам, к сожалению, ничего показать не могу. Вот приблизительно это вот так вот выглядело, только в цвете и на сцене. Мамуля, ты что можешь добавить? Мне все очень понравилось. Мне тоже. Я бы с удовольствием еще на какую-нибудь сказку сходила, если они будут ставить какую-то. И мама. В общем, это было неожиданно и очень интересно, потому что вообще мы представляли, что мы, ну, попадем немножко на другое представление. Не ожидали, что это так будет здорово. Вот, ну все. А вы были на канале «Наша жизнь в Америке» не лайк, не лайк. Еще на всяком канале. Это очень хорошо. До встречи, бай-бай. До встречи. Пока-пока. Пока-пока. Расскажи нам, что ты делаешь. Валочин подайхи. Угу. Для кого, для чего? Ну, расскажи. Там моих детей, какие в классе. Они не мои дети. С тобой учатся? Да. Для твоих одноклассников. И что ты складываешь? Покажи нам, расскажи. Сейчас. И да, я люблю ее. Что ты каждому даешь? Пластики. Постирки. И пансол. И карандашик, да? Угу. И все это в пакетик. Да. И покажи, что получается. Вот так. Вот такой вот подарок. Антошка, ты будешь делать такие? Да, вот, конечно. У тебя отличный лоб. Что это за значок у тебя? Это Racer. Что ты читаешь за книжку? Вот такой книжка. И это моя книжка, какую я еще не закончила читать. Типа, я не знаю, почему он ее читает. Но ты ее не знаешь. Но он тебе букв там оставит, не переживай. Кто не сейчас? В это время зайка наша что делает? Почищает свой переводчик. Ну, ты, наверное, домашку делаешь. Нет, еще есть. Ну, готовишься. Ну, я убираю все ненужное с прошлого этого. Освобождаюсь. Я просто сюда буду мусорить. Ну ладно, занимайтесь. Пока. Студенты. Всем привет. Всем привет. Вы да. На канале It's My Life, New Life. Наша жизнь в Америке, New Life, It's My Life. И Сашке не терпится показать вам подарки, которые он принес в своем... Valentine Box. Молодец. Ну давай, показывай. О, это чтобы пузыри идут. Мыльные пузыри. Я старалась этот бантик открыть. Вот, еще такая картинка. Там написано, что от кого, да? От кого, до кого. Давай, поехали дальше. Давай ты откроешь коробку, я покажу, как там много всего, давай. Вот, целая коробка. Ну, а сейчас Сашка будет показывать. Вот это что решил второе. Я буду честно, мне эти скейтбордики очень нравятся. Я молодец. Ну ты просто показывай, Сашка, а потом открывать будешь. Хорошо? Такая книжка. Такой вот маленький скейтборд, чтобы играться пальчиками с ним. Так, ну даже. Да.
А, вот такой вот брелочек. Книжечка, и еще такой маленький карандаш. Ну, как вы сказали. Записочки писать, да? Так, следующий пакет. Я постараюсь это открыть. В общем, как вы увидели в первой части... Антош, иди помогай Сашке. Как вы увидели в первой части... Саша, тебе Антош поможет. Мы сначала упаковали Саше целый пакет подарочков для его класса. И вот сегодня они все там обменивались. Нет, мы еще вчера обменивались. Вчера даже уже обменивались? Ну, мы не смотрели, мы в фото в коробку положили. Что там? Я такое могу взять сам себе. Механический карандаш, наверное. Покажи, Сашка. Смотрите, там есть собачка красивенькая. Покажи, Сашка. Что за собачка? Где собачка? Почему ее? А, вон там маленькая такая, класс. Что это, механический карандаш? Нет, я это для себя оставлю. Вот. Еще вот такая стирочка. Угу. И карандаш. Угу. Вот. Ты оставляй на открыточках, Саш, не снимай. Ты просто показывай, кто что подарил. Это от Алсен, наверное. Аарон. О, это Эрин. Ну давай, что дальше? Покажи. Вот. Я думала, это самолетик делать. Ну, это самолетик, ты сложишь, потом можешь его кидать. Собирать самолетик пластмассовый, только планер так, получится. Угу. Дай покажу. Не кого до кого. Там не написано от кого до кого, а там ничего. Вот такой у него фюзеляж. Вот это вот картонное крыло вставляется и получается летающий самолет, как мы делали из бумажки. Антон, можно ты не будешь просто мне добрать, что брать? Еще один карандаш. Это от Шайвел и Рисет, не вот такой карандаш. Угу. Поехали дальше. Еще один от, наверное, Сидни или Шайвел. Угу. Карандаш. Это тебе надо открыть. Давайте я помогу. А то я нашел вы, чтобы это открывать. А оно сердечком закрыто. Ну, это открыточка какая-то. Угу. Потом прочитали, да? Угу. Я могу открыть, давай. А то, что можешь сесть на стульчик, а то ты влезешь только в открыточку. Еще открыточка? Какой-то пазл. Пазл? Ага. А, можно разобрать и собрать, да? Да. Микропазл. Я такой еще? Делал. Еще один карандаш. Еще один карандаш? Прикольно. Да. Целая карандашная фабрика получилась. Какая-то классная карта. Открыточка какая-то? Да. А я думаю, тут это надо... Давай открой. Или ты можешь просто открывать. Почему ты все хочешь открывать? Не надо открывать вещи. Как это? Оп. Открывай, открывай конверт. Как, Саш, давай. Может, тебе поможешь? От Professional Opener. Вот. Это не то, что я вообще. Ну, в конвертике еще конвертик. Антон. Открыточка, да? Happy Valentine's Day написано. Угу. От кого? От Шайло. Отлично. Шайло, ты уверен? Ты думаешь, там еще что-то есть? Класс, стирка? Да, стирка. Угу. Ну что там еще, давай? Какой-то еще конвертик. Угу. Давай я тут я открою. Нет, я могу. Это она смешала вещи. Это еще открыть. Я понимаю, это кто-то нарисовал. Это, наверное, Сидни. Покажи, вот что нарисовал. Я даже не уверен. Какой красивый рисунок. Да, посмотри. Машина. И стирочка, да, Саша? Машина. Да. И ты, Саша, просто взяла это. Ну, может быть, потом. Я думаю, это какие-то наклейки. Наборчик наклеек. Я думаю. 8 стикеров там написано, я вижу. Ну да, это стикеры. Угу. Вот такие стикеры.
Где будешь наклеивать? Я не знаю. Еще один карандаш, но мне этот больше нравится, больше всех. Он так светится. Переливается. Еще карандаш? А, нет, ручка? Это механический карандаш, наверное. Но мне на самом деле такой нужен. Ну вот. Ты можешь писать вот этот, а я возьму с собачкой. Зачем тебе даже не замечательно? Ну, печать. Это написано будет... Сашка, у тебя, короче, будет своя печать. Написано Happy Valentine's Day, когда будем печатать. Прикольно. Это что, отрывал от моего? Оу, это надо взорвать. Давай, я тебе помогу. Нет, ну, это надо будет взорвать, потом оно... Какие-то мыльные пузыри. Еще одни стикеры. Нет. Надо стикеры. Happy Valentine's Day, Tana. Это Star Wars стикеры, Сашка. Угу. Мин какой-то мантин, да? Вот, надо открыть. Давайте, по-моему. Просто картинка. Угу. Я думаю, это тоже открыл. Окей, okay, это не могу открыть. Ну, там какая-то игрушка будет. Не игрушка, но вот с какой-то игрушки картинка. Тогда Антоша откроет зайти. Поможет. Я вот эту. Саша, мне вот эту потом открывать? Нет, я сам. Мне потом вот эту открывать. Антон, я буду верить. LOL. LOL сюрпризы какие-то. А это что такое? О, я знаю, что это. Это Лего. Это лего-человечек. И что? И его можно кушать. Что, я не знаю. Покажи, Сашка, ну, что это. Это лего-человечек какой-то. Давай. Так это стирка, надо. Мари, что это такое? Иди разберись. А, да, это, наверное, стирка. Не похоже. Лиса, что это? Что это такое? Смотри. Карандаши это. Карандаши? Да, это обычные карандашики, такие вот как... Просто смол... Ну, порисуй почем-нибудь. Вон, возьми. Сашечка, можно я здесь нарисую? Это, ну, вот эти карандаши, которые у нас есть, расправленные, залиты формочки, и получились такие карандаши для рисования. Так а этот что, разноцветный будет, получается? Ну, вот, тут зеленым можно порисовать, тут розовым. Окей, ну, давайте переходить немного. Класс. Ну, давай, переходи. Такой. И это тоже это такой карандаш, пишешь, наверное. Может? Сашечка, это тоже такой карандаш. Подожди, сейчас, давай я тебе помогу открыть. Можно я положу? Проверь. Да. Тоже карандаш, здорово. Я не знаю, как это точно открыть. А не открывай, Сашка, потом пооткрываешь. Ты покажи нам все, что ты получил. Вот. Угу. А давайте вот это стороной. Нет, надо краешком, так не получится. Да. Еще я влезла так. Интересно, да? Надо попробовать так. Не, ну так легко, надо просто положить чуть-чуть на накрыть. Открыточка? Это не все. Ну не сям то, что свой пакет, Сашка, пока достанет. Пока Антош, расскажи нам, что же в том пакете? Ха-ха! Дай, иди помоги, Саша, у тебя там застрял. Антошка, у тебя только здесь подарки, в другом нету пакета. Ничего себе у Антона пакет. А от кого нет, это? От кого? Антоша, от кого такой пакет? Это у нас всех такой пакет. А все получили делал? Такие пакеты одинаковые? А кто их готовил? Не, ну... А, вы разложили подарки для каждого в эти пакеты. А пакеты откуда взяли? А, ну, я это не могу. Они в классе. Мама, открой. Вы сами их готовили? Ты сядь ниже, Антоша, а то ты не попадаешь на меня. Я знаю, Саша, давай меня рисуем. Вау, здесь, Саша, как это сказать правильно, переводилка такая на руку. Ну, в мое детство я тоже. Татуировка. Да. Антош, говорит, ты бы сел, зайчик, а то не нужно голову. Да пускай Сашка сидит, и ты сиди до стола. Я не могу так сидеть, мне нечего живот доставать. Саша, ну он только учится, это нормально. Вон, почему-то мое имя, почему-то там начинается с «эй».
И на конце нету эй. Саша, вот так, Саша. Не получилось у него, наверное. Как бы все? Ну все, иди гуляй тогда, пускай Антоша. Я вот здесь большой пакет. Так, я так и не понял, этот пакет откуда взялся? Мы в классе, декорировали пакеты. Вы сами делали? Да. А, ну так вот ты же объясни. Вот, ты видишь буквально? Вот я достал пакет. И... Угу. Это вот Энтон написано. Да, ага. Ага. Это уже кто-то что-то подарил. Ну, вот здесь Мерджи. Ну, вот видишь, красивая все-таки конфетки. Стирка. Что там, конфетки розы какие-то, да? Угу. А я немножко боюсь. Стирка Дайнасор и... И блокнотик для записи. И блокнотик Дайнасор. А. Типа вот там. И... Вот это. Я думаю, я смогу сложить. Я не знаю, мне аудик может помочь. Ну, типа такой футбольщик. Потом ты будешь кидать и тоже сюда. Можем мне поможете? Ну, конечно, поможем. Такой мячик сложится. Но. Вот это. Сейчас я открою. Имеем... Ручка. Подожди. Ручка, стоп. Кирку. Дайсел. Ну, это... Это ручка, Антош. Или карандаш. Механическая ручка. Механический карандаш. Карандаш. Да, это механический карандаш. Конфетки за опять. Те, которые будут срываться у тебя. Во рту. И потом erasable highlighter. Erasable highlighter. Его можно, ну, все его понятно. Стереть можно. Можно здесь нарисовать? Можно. Ну, это карминг. А, и обратной стороной зарисовать, да? Ну все, все поняли. Как называется? Erasable highlighter. Ну, в общем, чтобы повторить, надо ходить в школу лет 5, наверное. Потом вот здесь. Опять конфета лежит, я вижу, Starbucks. Короче, я в следующую к эту тоже положу, да. Конфетку, да? Конфетка, точилка. Ну, смотри, может, маленький мне не уложит. И карандашик. Ну, вот это, ну, так, себе. Вау. Вот это сюда положу. Давай, наверное, Антоша, все высыпем, покажем, и ты расскажешь про свой главный подарок. Антоша, потихоньку. Типа вот это сердечко. Это кто подарил? Одна с девочкой Джейлен. Угу. И потом я хочу ее порвать, но я не хочу эту сердечко рвать. Вот такая конфета. Харшиз. Кисос. Ну давай дальше. Не томи он тоже. Ну что? Ну давай. Вот это мой друг дал такую вещь, которую можно кидать, и она будет стенкой прилипаться. Занятная вещь. У нас такие были, похоже. Мне нравятся такие. А, сейчас она я возьму. Светится, все ну, давай. Играться. Да там были Скитлс и Миттлс. Все там. Мои Скитлс. И Голдфиш. Можно, можно, так это он тоже спрашивает, это же его. Ну, не да, может. Типа вот это кто-то сердечко сделал красивое. Угу. Кто? Конфетка. Конфетка. Котик такой. О, какой котик. Ой, котик, ты этот самый стерео. Стерео котик. Сейчас покажем. Котика то мало, то много становится. Ладно, давайте давай дальше. Рыбки. Вот это Котиш. Скитлс. Скитлс. И боже, знаете, это мое. Еще один Скитлс. А то, что не Скитлс, мое. А, это мамина, это потом ты любишь это. Какие-то... Такая сладкая полоса. Угу. И потом нам... Это конфетосы какие-то. Ну, учитель один, наш сабстатюта. Кто дал? Учителя пишут, что нельзя ложить конфеты и тарить конфеты. Класс. Ну, один, потому что мой учитель, он сейчас в Техас. И типа у нас есть сабстатют, и она нам взяла и дала конфетку. Какая она милая. А это кто такой богатый пакет на покрова? Желатиновая конфета моя? Кета? Нет. Окей, типа здесь... Ну, конфеты делите. Да. Мини, ручка. Что это? Что это такое за конфета? Какая-то зубочистка какая-то. Окей, я не знаю, но это моя ручка. Пашка даже. Потом здесь тор, ну, тор. Он стирка. Это стирка, я думал, это моя желатиновая конфета.
Вот это для себя. Папа. Спасибо. Это классные желатиновые мышцы. Чупс. Карандаш. Подожди, вот это что, целая трубка тоже конфет, что ли? Короче, да. Большие не запариваются, дарят конфетки друг другу. Я в основном следующем году. Давайте посмотрим, что здесь. Давай. Так, а ты разобралась, Зайка, что это? Не, я не знаю, что. Какие-то стрелы Амура. Что это такое? Пикси Стикс. Это тоже конфеты какие-то, Антоша? Пикси Стикс. Что это? Юрак. Держи, Антоша, стрелы. Или ищи. О, теперь у меня есть ракета. Ну что, это Пикси Стикс, это что, конфетки? Я думаю, может быть. Так, вот это очень модно упакованные мыльные пузыри. А разберись, что такое Пикси Стикс, давай разберемся. Ну я думаю, это какие-то конфеты. Куда она туда кинула? Она это сюда. Антош, ты нам покажешь твой главный подарок. Мойка. Типа, одна девочка, которая подружка, и получила мешку, и она ее не хотела, его не хотела. Типа, ну мне дала его мне. Не понял, она получила подарок, он ей не понравился, она подарила себе. Ну, может быть, это она так сказала? Потому что она стеснялась сказать по-другому. Пап, она в четвертом грейде. Ну и что? Мы друг друга вообще не знаем. Все, что мы знаем, что она Каталичина подружка, а я ее брат. Это все, что мы знаем. Это ты только это знаешь. А так как она Каталичина подружка, она о тебе знает гораздо больше, чем ты сам о себе знаешь. Серёж. И то, что она тебе сказала, что она тебе передаривает мишку, Антоша, она просто стеснялась. Ты говоришь, что она ночью смотрит, как я сплю. И он то. Нет, я тебе говорю, что она хотела подарить тебе мишку. Давай, Каталина. Но она стеснялась. Да ладно. Да честно. Короче, давай это все. Excuse me, отгребай все. Bye-bye, Felicia. Иди разберись, что ты такое стикси-фикси и расскажи нам потом, пока Каталина покажет. Excuse me, man. Я вот это забираю. Давай, давай. Иди. Не, не только. Да, не только. Разберись стикси-фикси, что такое. Уже давай, Катарина, что там? Тебе какой-нибудь Антошин друг не подарил какого-нибудь мишку случайно? Да, вообще-то подарил. Нет, не подарил. Пока вы ничего не сказали. Там мальчика мама послала экстра майл, послала в какой-то магазин и вот это купила всем. Какая она молодец. И это все, там я пошутила. Это коробочка конфет. Ну давай, высыпай. Короче, так мальчик тебе никакой отдельный персональный подарок? Нет, вообще туда дал. Антуан! Так, дети, пожалуйста. Саша, я сниму эту звездочку, Зайка, не надо. А то ты сейчас снимешь и часы, и все остальное. Окей, типа здесь просто я не могу открыть. Давай, давай, мама поможет, показывай, что ты можешь. Так, шоколадка. А ты не шоколадка, это... Ну, написано шоколадка. Две конфеты, и... которые нельзя... Блин, как мне нравятся эти штуки, оригами они оригами называются? Оригами. А и вот это по какому человеку мы смотрели. Ага. И он дал тоже... Тоже конфетки? Да. Потом... Golden coin, какой можно скушать. Airheads. Да, я покажу. Нет, 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 не это. Монетка. Кто помнит вот такие вот? Я! Монетки были. Это у нас что получается? Какого достоинства? Я взяла больше, чем... Один цент? Только большой? Ну что еще? Карандаши, конфеты? Девочка вот это дала. Угу. И потом все другое. Это как water. Вот water? Это тату, Star Wars, и потом все мое. И это вот у Тити. Так это мило. И я посмотрела. Самый главный подарок. Так подожди, конфетки кто подарил? Удею. Это кто? Удею. Мальчик. Мальчик? Ты у меня спрашиваешь, мальчик он где-то? Я не знаю, мальчик идет. Короче, это одного мальчика купил... Ты не знаешь, он мальчик или девочка? Я так в шутку. Так он мальчик или девочка? Его мама на украинском говорит немножко, да? Это та тетя, с которой мы иногда в парке разговариваем? Я не знаю.
Не знаю, с кем ты говоришь. Ну, мальчика с именем Уда, я знаю, это вот... как это объяснить? Она сама из Индии. Она индустрия. Да, она зона Украины. Они на Украине, ее муж и она получали медицинское образование. И поэтому мы иногда немножко по-украински... Я тоже немножко... Да, вот я по-украински знаю Автивка. И еще пару слов знаю. Здесь есть Сосеха. Класс. В общем, день прошел классно. Подарки дети принесли. Со дня ко дню Святого Валентина. Вы были на канале «Наша жизнь в Америке. Не life, it's my life». Пока. Мы сейчас будем праздновать. Всем хорошего настроения, любви и счастья. Бай-бай. Пока.